Привет! Эд Реборн! Судя по просмотрам, потому что на предыдущей реакции на старый ролик Брайана собралось уже больше 8 тысяч за сутки. Вам нравятся мои реакции на старые ролики Брайана? Ну, естественно, как я и обещал в предыдущем видосе, сегодня мы с вами посмотрим, что вы не знали о GTA 5. И если под этим видосом соберется тоже 10 тысяч просмотров, глянем еще какой-нибудь старенький ролик Брайанчика. Можете написать в комментариях, какой именно, буду смотреть по вашим комментикам. Ну и погнали глянем видос про GTA-шечку. Почему-то такое чувство, что я его смотрел, но, наверное, я ошибаюсь и что-то с чем-то путаю, потому что у себя как бы на канале я не увидел реакцию на этот ролик. Значит, не смотрел. В любом случае, погнали. Всем привет, друзья, с вами Брайан. Здорово. А чё как-то немножко тихо? Мне кажется, надо немножко сделать погромче. Да, вот так. Добро пожаловать в GTA 5. Я установил пару забавных модов для этой игры, и почему бы их не опробовать? Нифига себе. Окей, давай посмотрим на GTA-шечку с модами. Я на самом деле, ну, типа, знаю, что на GTA есть моды, но с модами никогда абсолютно вообще не играл. В GTA 5 я играл вообще очень мало, на стримах даже пытался ее проходить, но два раза стримы падали за авторские права. Спасибо большое, YouTube. С чего бы начать? Нифига себе, это как-то он полетел на парашюте. Так... Этому городу нужен герой. Офигеть. Ой. Знаете, что я вспомнил сразу? Фильм «Хэнкок», если вдруг кто-то смотрел, и вам это тоже напомнило, ставьте лайкусик. Ну, прям очень похоже. Но мне врач. Эй, привет, не хочешь познакомиться? О, господи. Я бы тоже, наверное, убежал, если коня так подкатили. Как насчет позна... Почему никто не хочет со мной знакомиться? Потому что ты на людей прыгаешь, блин, зачем ты так делаешь? Пойду напьюсь горем. Нифига себе, он прыгнул. Это называется не подкатил, это называется подъехал. Подлетел. Как так? Вот видишь, детка, счастье само так валится на голову. О, господи. Куда ты убегаешь? Прошло всего лишь 2 минуты с нашего чудесного знакомства, а ты уже забыла про меня? Все, у меня горе. У меня горе. О, жесть. Мне хочется стрелять. Офигеть! Башку разбил, походу. Молю бога. Я буду стрелять сейчас. Не надо. Упс. Ну, раз здесь меня никто не любит, я... Нифига себе, это что, люди летают, или мне кажется? Или это птицы? Улетаю в более безопасное место. А нифига себе, самолеты. Первым делом, А что так много самолетов? Первым делом, Нет. Откуда их столько много? Нет, стой, не умирай, нет. А как они разбиваются еще? Жесть, это что такое? Я полечу. С тобой. Так. Что? Исчез. Вот это да. Необъяснимое, блин. Это надо дать топе. Пусть он расследует это явление. Исчезание самолетов в воздухе. Странно, что здесь так много самолетов. Ай, голова болит, лоб, голова. Так, ладно, я думаю, пора спускаться. Так. Ой, фига себе, он сбил тачку. Спасибо за мягкую посадку, сэр. Мягкую посадку, это типа из-за того, что он ударился об резину? Шучу, штраф за машину. Шучу, конечно, нет. Штраф? А штраф-то за чё? Так, стоп, это вообще смех сейчас был? Нет, это, походу, реально какая-то баба-яга. Очень похоже. А поехали на гору Челя. Здравствуйте. Куда? Вас сопровождает компания LS Transit. Самая безопасная и надежная туристическая компания в мире. Один уже взорвался, нифига себе. Ой, что-то пошло не так. Я сваливаю. Не забудьте оставить отзыв на сайте нашей компании. Охренеть. Лунная походка, блин, сотый уровень. А, все? Ну, тогда только первый. Вы видели, он как-то так... Что-то там руками делал возле головы, танцует, что ли? Тиктокер. Тиктокер, какой тиктокер? Тиктоник! Тиктоник! И он до сих пор скатывается. Сколько прошло-то? О, ну надо же. Да. Ура, я вас нашел. Ну, слава богу. Они взорвались. Автобус, наверное, уже не в том состоянии. Ну... Мне кажется, в него даже сесть и получится, потому что он взорвался. Да, ладно, сделаю селфи. Неплохо. Так. Что смешного? Это же просто смотровая площадка. О, самолет. Это то, что... Откуда столько самолетов? Это ничего, он коды, что ли, прописывал какие-то? О нет, нас заметили. Мы-то всего взорвали пару автобусов и сбили несколько туристов. Ну как так? Получай, чертов вертолет.
Это он не улетает, а то он падает. Пошли вон! Я не признаю свою вину. Они сами выбрали эту компанию. Красота. Да. Че красиво. Так, ладно. О, это весело. На самом деле, я бы тоже так прыгнул в GTA-шечке, конечно. Посматываться отсюда как можно быстрее. 5 минут спустя. До сих пор летит? Так долго? 5 минут спустя. 1 час спустя. Неужели это такая длинная гора? Да вы что, издеваетесь? Лучше бы ты нам показал все падение, потому что, мне кажется, было бы красиво. Знак опасно. Наверное, туда нельзя идти. Наверное, там можно упасть с обрыва или там... Ну, мы пойдем туда, да? Короче, идем. Серьезно, кого останавливает знак опасно? Разве что нормальных людей. Но это не про меня. И что тут опасного? Здесь какой-то красный флажок. Нажмите Е, чтобы съесть лофофору. И что мне это даст? Так. О! Не понял, какого фига он превратился в голубя? Чайки на мате нажми. А, чайка. Я не знал, что тут так можно делать. Я стал чайкой. Вот это прикол. Какого фига происходит? Это мод какой-то в GTA-шке? Или это реально в самой игре так можно сделать? Итак, сейчас 21 век. Чаек не уважает и не ценит. Каждый день под колесами гибнут тысячи чаек. В честь этого я поднимаю восстание против всего человечества. Зачем? Вперед! Восстание заглохло так же быстро, как и вспыхнуло. Профессиональный сигнал, Брайан Шмак. Без проблем перейдет скоростное шоссе, даже не оглянувшись. Ну, проблемы уже какие-то явно есть, ну как минимум для твоей ноги. Так. Все нормально, ничего страшного. Я просто целую землю. Вы не могли бы позвонить в скорую? Ну-ка, все разойдитесь, так. Пошли все вон. Да почему эта штука, блин, не ломается? Он так летит. Крутится, вертится шар голубой. О, вертолетка. Запишу это в список тупых слов от Брайана. Вертолетка. Я такого не слышал. О, смотрите, крошки развлекаются. Одна из них уже поняла, что пора валить. Help me. Ты как бы просто сидишь на крутой яхте и говоришь help me. Тебе уже никто не поможет. Так. Так, ладно, мне надоело ездить на этом сраном катере. О, пикник, это для меня. Ну, походу, да, пикник из тебя, блин. Ты главное блюдо. Для начала посмотрите в мои честные глаза. Так, здорово. Так вот, я скачал себе GTA 5 с торрента, а не купил лицензию. Осуждаю. Что это за звук? Что происходит? Какого фига? Что за обстрел? Я пошутила, я купил лицензию, это была шутка! Шучу. Я ее скачала, вы меня никогда не поймаете, а? Блин, господи, как ты классно летаешь-то? Ой. Ну что ж, давайте закончим на такой чудесной нотке. Как так? Что так мало? Я хочу еще. Это было забавно, серьезно. Ни хрена себе, почти 1 000 000 лайков. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте мне палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте, ссылка будет в... Нет, дальше там еще нет. Видос получился прям бега офигенным, я прям дико проржался. Напишите, пожалуйста, в комментах, если вы часто играете в GTA-шечку, там реально, что ли, в обычной версии можно взять и превратиться в чайку и полетать на ней? Но, насколько я понял, вот эти вот полеты на... как это, парашюте, это мод, а вот с чайкой вообще без понятия, как бы, зачем такой мод вообще делать, это очень странное решение, но в любом случае, ролик офигенный, Брайану огромное спасибо за старые видосики, они прикольные, прям проржался от души, если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий, не забывайте бубенчики прижимать, все интересующие ссылочки в описании, собираем 10 тысяч просмотров, будет реакция еще на какой-нибудь старый ролик Брайника, можете предлагать в комментариях, что можно у него глянуть, ну а с вами, как всегда, был Реборн, спасибо за просмотр, пока!